Привет! Добро пожаловать на канал Easy Tuning. Сегодня снова с вами Николай, Сергей. И сегодня мы будем распаковывать новую акустику от компании Урал. Приступим? Давай. Заклеено фирменным скотчем. АЦ. Тут опять главное не подрезать саму продукцию. Не надо резать продукцию. Нам ее еще сегодня слушать. Взял и открыл ты ее с другой стороны, вот так вот, да? Ну ладно, ничего страшного. Ничего. Что мы тут имеем? Мы имеем тут серединка. Сделана довольно качественно. Держи, я параметры гляну. На нашей коробочке у нас написана аннотация нашего среднечастотника. Это у нас 8 дюймов. Или 20 сантиметров. Что у нас тут? Максимальная мощность данного динамика у нас 360 ватт. Вот. Но номинальная мощность 180 ватт, сопротивление у нас 4 Ома. И диапазон, в котором он у нас играет, от 80 Гц до 8 кГц. Что, в принципе, очень даже неплохо. Что мы тут наблюдаем на нашем динамике? Ну, во-первых, он очень качественно, грамотно проклеен. Хороший логотип, ничто нигде не отклеивается. Материал корзины металл, покрыт антирезонансной краской. Вот, цвет красный, подводящий, центрирующий шип, подводящий, даже у нас окрашен на месте соприкосновения с катушкой синий цвет. Вот, фазовыравнивающая пуля, диффузор бумага. Сделан очень добротный и очень качественный. Цвет красненький такой, прикольный. Так, ну, сегодня мы еще обязательно послушаем, как они играют. Ну, так как сделаны качественно, большой магнит. Что очень приятно, у этого динамика небольшая монтажная глубина при таких параметрах. Монтажная глубина данного динамика у нас составляет 6 сантиметров. То есть он у нас спокойненько встанет в те автомобили, в которых у нас близкое расположение стеклоподъемника. Перед прослушиванием посмотрим еще один динамик. Тоже от компании «Урал», который также является новинкой от этой компании. Я так думаю, это будет довольно серьезная бомба. Ну, сейчас сами все увидите. Да. Этот динамик открывает правильно. Просто здоровый динамик. Упаковано хорошо, грамотно. Доедет без проблем транспортной компании. Тут мы имеем 10-дюймовый динамик, это флагман у Урала, с максимальной мощностью 500 ватт данной динамика, номинальный 250, то есть мощность очень внушительная, 4 Ома сопротивления и частотный диапазон, он играет от 60 Гц до 7,5 кГц, что очень даже неплохо. Диффузор бумага, фазовыравнивающая пуля, также у нас очень хорошо качественно проклеен, вот, подводящая частично вклеена к диффузору у нас. Шайба неплохая, я бы сказал. Также материал корзины у нас штампованная сталь, покрытая антирезонансным покрытием, антирезонансной краской. Ну что ж, очень было бы интересно это все послушать. Ну, вот, флажковые терминалы. Огромный ферритовый магнит. Динамик достаточно тяжелый. То есть под такой динамик нужно будет изготавливать специфический подъем, да. Да, который нужно будет рассчитать и объем, и так далее, потому что размер нестандартный. 10 дюймов. Ну, вот. Для любителей побольше это самое то, что нужно. Да. Причем я бы сказал, что это основной плюс акустики Урал – это цена-качество. То есть они стоят довольно недорого. Вот этот динамик стоит порядка там чуть меньше 7 тысяч рублей, пара динамиков таких. Да. То есть это недорого. Хотелось бы еще что заметить, то что вот Урал, они начали вот свою последнюю продукцию выполнять в таком красном цвете, с красными колечками, что будет достаточно красиво смотреться в машине. Это будет как дополнительное оформление, то есть даже без грилей. Ну, эргономично довольно, черный и красный всегда смотрится, да, довольно эргономично. Я считаю, данный цвет, который выбрала компания Урал, очень удачный. Мне эти динамики внешне очень нравятся. Ну и на вид они просто вызывают уважение. Ну что, приступим к тесту. А тестировать мы сегодня будем специально изготовленный подиум. Специально изготовленный подиум именно под вот эти вот компоненты Урал. То есть мы их сами рассчитали, сами изготовили. Единственное, что мы их не успели покрасить, точнее окрасить, да. Ну, я думаю, что это не принципиально. Самое главное это звук, который мы сейчас услышим. Что, послушаем? Итак, дорогие друзья, сейчас мы отслушали нашу эстрадную акустику фирмы Урал.
под маркой Децибел. Двадцаточки, десяточки и наш Сабик, да, Гран. Что можно сказать? Вот, наверное, мы послушаем сейчас Сергея, так как его взгляд, он более, как сказать, не окрашенный, да. А 10-дюймовые динамики, они заявлены ниже должны играть. Но на слух они прям, по-моему, чисто середина. Такие огромные, и они играют более-менее в средних частотных диапазонах. Динамики же 8-дюймовые как раз ближе к низкоиграющей середине, ближе к низам. Динамики играют очень громко, то есть, я думаю, они найдут свое применение в тех системах, где будет основной целью сделать очень громкий звук. Также эти динамики мы слушали на небольшой громкости, и они очень понравились, они достаточно детализированные, выдают звук. Когда прибавляешь на всю, играет очень громко. И сейчас мы послушаем мнение нашего специалиста, что он может сказать. По частотному диапазону динамика забирается очень высоко. То есть, я думаю, ну, килогерц до 8-10. На слух тяжело понять, но высоко. По нижнему диапазону частотному, да, десятка у нас играет выше, чем должна. То есть, наверное, герц примерно от 100-120 даже. Всем спасибо за внимание. И не забывайте подписываться на канал Russian Bass. Easy Tuning. С вами были Николай. Сергей. До скорых встреч. Пока.